It's plant time. Всем алоха, дорогие друзья, с вами Павел Слонов, снова с вами. Мы продолжаем Бахать Руинер, вторая часть. Мы остановились на чем? Мы в Южном Ренгоке, мы должны найти... Поговорить с Рустамом в баре Восток. Да, мы ищем некого колдуна, который... Как-то связан с тем, что засыпали нам в голову в первом уровне, когда мы должны были убить некого большого босса, босса небес. Сейчас направимся туда, в бар Восток, потусим. Охота за головами. Вспомним, что как. Необычно, что в... Блин, хотел забыл жанр. Что-то нам залили еще и... О, кстати, вот он. Здоров, братишка. Мы нашли Рустама. Это было несложно. Что запихали социальные элементы в Что-то нам. Грустный сущий шеф. Есть только информация сразу, все и не это. Все и не переваришь сразу. Это худшее, что было у меня во рту. Бля, кто говорит, с кем говорит, зачем говорит? Фига непонятно. Блин, домой зайти нельзя. Да, саунд приятный. Кто, блин, а что такое за... Это что, вход в бар, что ли? Что, с них вышибало нормальный такой? Так, я даже все это озвучить не могу, потому что оно везде сразу. Мы действительно в городе, где все говорят, ничего не понятно. Вау. Ты следишь за мной, окей, ты кто? Ты коп, что ли? Судя по ковбойской куртке, космо-ковбойской куртке, это коп. Так, тут, по-моему, карта была. Как тебя вызвать? К Рустамчику мы еще зайдем. Мы... Районе 2. О, тут инфа подкатила. Нативная. Нарративная, он просто другой. В смысле. Ну еще и по-английски говорят, там слышно. В общем, ничего не понятно. А, ребят. А, тут есть музыка, да. Так, ладно, что это за болтающие парни? Даров, даров, да, даров, чё, как сам? Да, отвисаешь, стоишь у стены, подпер локтем. Да Шангок, чувак, да, здесь все так тусят. Чем их подсветили, непонятно. Она меня больше не любит. Она теперь любит ее. Вот это же интересно. Я скучаю по ней. Все, блин. Мне хоть больше инфы закинуть, он самым интересным. Опа! Гелец. Небесам надо утрясти это дерьмо, я теряю прибыль. Какой-то психострел там погром, акции небес падают. Естественно, никому не удастся долго притеснять небеса, я имею в виду, им никто не может заставить конкуренцию. Черт, вы там что-то есть, купить по дешевке сейчас, продать задорень, когда небеса отскочат, этот психокиллер сыграл мне на руку. Ты лишь исполнительно мало знаешь, что если ты сможешь раскопать немного сочной инсайдерской информации, любой, которая может повлиять на стоимость акции небес, я отсыплю тебе кармы. Карма, карма, мне нужна карма. Drink it. Выпей это. Может, типа выкуси. Привет. Блин, странные надписи у тебя на шлеме, чувак. Ты явно не очень социальный парень. Ну, соглашаемся. Так ты за, невероятно, возвращайся, когда наружишь сведения от верхушки пищевой цепочки небес. Грязные деньги ждут, держи скромное вознаграждение в виде кармы. В какое время мы живем, я собираюсь стать богаче самого бога. Черт, может быть даже богаче самого Форка Паркера. Наконец-то заткну его. Кто это? Кто эти ребята? Окей. Жюль. Есть что-нибудь выпить? Нет, братишка, сорян. Карма. Я не могу получить доступ к своему профилю. Что-то сломалось. Вот это социализация и информатизация, братишка, сожалею. Ой.
О, вот, точно, карта. Я же помню, тут есть карта. Так, инфоком северной окраины, инфоком восточных ворот нижнего города, малого района, понятно. А для чего так много-то райончиков, а? Художник-коллега. Эй, чувак, вот это ты на стиле движешься, как танцуешь, мне нравится. Дай руку на сечение, что такое артист, как ты точно ценит мои творения. Ага. Блин, ну, я не знаю просто, как озвучивать себя, потому что очень информационный парень. Давай, да, оценим. Я знаю эти штуки, в конце концов, я тоже художник. Чувак, у меня шлем нормальный, я тоже тут с искусством связан как-то. Весь Сен-Гок — это мое полотно, мои работы везде, даже там, где они не должны быть. Меня знают все, даже если они об этом не знают. Я здесь уже целую вечность, если ты собираешься на обзорную экскурсию, наверняка наткнешься на мои работы, было бы интересно узнать твое мнение. We never friend. Ты, мы не друзья. Nowhere to hide. Я всего лишь ребенок улиц, преступник с 2 лет. Мою мать поймали за провоз наркотиков в моем животе. Вот откуда у меня эти шрамы. Я был в игре уже с детского сада, так что мать отдала меня. Третий ребенок, сам понимаешь. Так я попал к Олегам. Эти парни стали моими братьями. Я помер за них, но против насилия. У меня своя борьба. Спрей режет больнее, чем клинок. Ну, наверное, бро. Слава проходящая, бро. Это хрень, все решает слово улиц. Вот проблема киберпанка в том, что ты получаешь ударную дозу информации, которая ничем не объяснена, не подкреплена. Ты просто должен запомнить кучу данных, что как работает, кто чем, за кем и почему, и все это принять. Сложно. Комханза. Зачем мне карты? Я что, типа настолько тупой, что могу заблудиться в 4 мостах? Там какой-то братишка стоит опасный, еще один. Я люблю тебя, детка. Ох, ты прям в клетку к нему. Братень. Такой, блядь, широкий, да, блин. Ну ладно, ты больше меня. Капюшон, надеюсь, ты там не припарковался. Ты чё, калека? Только третьи дети, блин. Парень, охранять это место, типа, моя работа. Как интересно, ты тут мусоровоз охраняешь. Бля, хорошая работа. Мне платят за то, что я сижу на стуле, блин, возле мусоропровода. Шикарно. Девушка, ты девушка? А, у тебя зайчушки, блин, что, тебя жизнь помотала. Хулиганка. Здорово, что ты опять хочешь сказать, что мне идет чаще улыбаться? Нахмуриться? Как ты можешь нахмуриться в шлеме? Давай нахмуриться. Я здесь не для того, чтобы людей развлекать, я здесь, чтобы защитить Южный Рингок от слежки небес. Ты со мной? Ну давай, мне типа небеса не нравятся. Небеса следят за всеми нами, черт, только ты маленький пушистый тварь, пролезающий в наши мозги, ворующий наши данные. И поэтому у тебя шапка с кошкой. Коты! Кибернетические осведомители, трансляторы, шпионы небесные, дих, останови, вытащи данные, вернись ко мне, информацию в отделе, блин. Мы будем скрывать котиков. Кивнуть или согласиться? Блин, люблю нелинейные игры. Кивнуть или согласиться? Блин, черт, я даже в Mass Effect так не думал, как в конце. Давай согласиться, просто мы общительные. Стараемся быть. Хотя у нас не получается. Верить тебе рискованно, но у меня положительно плохое предчувствие насчет тебя. Положительно плохое предчувствие, надо запомнить. Взломай котов на улицах Рангока. Коты... Блин. По кнопкам вы тут тоже не особо объясняли. Спасибо, чувак, я в порядке. Да я просто мимо проходил. Обращайся. А, вот и код. Код. К-О-Т-У. А что такое? Фоком. Что, блядь, я здесь? Где мост? А. Закрытая парковка. Я даже не знал, что туда идти можно. Что мне с котом делать? Как мне его взломать? О, взламываем кота. Это что, новенько? Хочешь под хвостом понюхать? О, да, детка, иди сюда, сейчас мы понюхаем.
Чего так распикселеризировало? Господи, какого штыря-то? Он, блин, заразный, походу. Так, а ты шпион, я понял. Скайрим меня к этому не готовил. О, да, иди сюда. Да я не хочу туда идти, я кота хочу потрогать, блин. Не видишь, он робот. Да, блин, что они все такие, блин, приставучие с хвостами-то. Че, у меня шлем горит, серьезно? А, он постоянно переливается. Господи, ходячий телевизор, это офигенно. Так, ну тупик, окей. Так, как тут квесты открыть? Как-то можно миссии, охота за гадство, что-то я... А, ну это мы босса убили, я помню, да, состояние мертв. Ну, красавчик, красавчик старался. Так, вот коты, да, предсказания дзын. Монетки, нет, монетки-то не в этот раз. Не знаю, коллег. Взломать котов, взломываем. Ты знаешь, что такое? Понятно, взломаем котов, еще одного найти. Где-то я видел кота. Иди сюда, киса, 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 никто так не скажет. Надеюсь, ты не мне, братишка. Да, я просто так, да, сорян. Сорян, вообще меньше информации, крепче сплю. Коты, 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 кис, кис, кис. Игра, найди кошку. Ладно, здесь ее нету, значит, она где-то внизу. Опа, это что такое за черт, старуха? Блять, это же так можно ходить по улице? Раз, два, три, раз, два, три. Нет, наоборот, три, раз, два, неважно. Око вечно зрит на нас. Око. Ты видел его? А, оно тебя видело, ты сидишь еще ока. Не скрыться. Отвернуться. Ты что со мной разговариваешь? Я не хочу с тобой разговаривать. Ткнуть пальцем? Ткнуть пальцем? Серьезно? Отвернуться, ткнуть пальцем? Блин. Блин, блин, блин. Ладно, посмотрим. Что это? Подожди, кто здесь? Настоящее лицо за маской? Это ты. Ты и есть Око. О, да, детка, привет. Око, ты пришло, ты увидела, ты знала. Келги, вот, да, вот. Да, выслушать обязательно. Да, игра началась, чтобы добраться до короля, начни с пешек. Я вижу, одна пешка уже в пути, следи за ним. Око, ха-ха-ха-ха-ха. Отвернуться, кивнуть. Оно слит, оно постоянно следит. У тебя мишень на спине. Блин, у меня экран на башке, бабушка. У тебя мишень на спине, за тобой следят. Так, значит, розовый брат. А что, Стас, на розового брата? Нормальная тема. Пялиться на розового. Блять, это что за херня? Ну, вернись, блять. Все, все, все. Он показал ему фак на экранчике. А вот и кошара. Здорово. И тебя мы тут ищем. Взломай котов. Коты взломаны. Блин, что я несу? Что я несу? Что я несу? Что такое? Бля, вообще, как сюда? Трансляция упала, везде никакой виртуальности. Все фрики в шоке, без шансов. Все фрики в шоке, не говори. Может, на перекур? Давай паркур с крыши туда. Давай, босс, будем ворчать. Ну что мы сделаем? Это точно. Валить, оставь инструменты. Я тут что-нибудь загробастаю. Ты пользуешься виртуальностью? Нет, а ты? Только когда приходится чинить ее. Ха-ха-ха. Вот да, без нас она бы не работала. Какие, блядь, любящие свою работу, парни. Все, базарьте дальше, я пойду. Что-то было. Так, надо пойти эту кошатницу найти. Где она там? Я... Так, это не тот мост, который мы ищем. Что это? Огонь, небеса готовят масштабный взлом мозгов в Южном Ренгоке. Надо предупредить всех, пока они не присканировали все наши мысли. Спасибо, друг. Награда ждать, награда. Ты справился, я дам тебе доступ к одному из наших тайников. Услуга за услугу. Поблагодарить. Где тайник? Спасибо за помощь, правда, теперь мне нужно обработать все это. Скоро увидимся, это еще не конец. I'm sorry, а тайник, ёпта. Тайничок.
Тайник, где тайник? Гнездо коллег. Сползай, это никак. Гнездо коллег, горящая дыра коллег. Горящая дыра коллег. Что-то не хочется мне туда идти, но... Мне надо искать тайник, который мне как бы открыли, который я не знаю где. Где-то здесь, наверное, вот это не оно. Нет. Жуль. Здорово. Где тут тайник, короче? Никто тайник не видел. Блин, надо на этот потрогать карту. О, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бар Восток, бар... Блин, нифига здесь нету. Блять, закрытая парковка. Я взломал котов, где мои деньги, ёпта. Кажется, меня наебали. Ладно. Девушка. Вчера в небесах кое-что прошло. Да, я всех там отпиздил, я знаю, спасибо. Важная информация. Провидица Идзин. What? Узнай свою судьбу. Кюнуть. Что это? Свет Эйца в центре земли. Символ про... Блять, как я люблю звездных фанатиков во всех играх. Не просияешь, а померкнешь. Сначала поднимешься на небеса, потом загрузишься в землю. В трудностях стойкость. Объясни за базар. Ты вторся к небесам, мальчик. Такие дела не остаются незамеченными. Твои действия привели к развязыванию насилия. Тебе остается только принять свой путь. Он темный, ты несешь эту темноту с собой. Жизнь твоего брата. Это свет, который ведет тебя. Помни, найти выход можно только пройдя весь путь. Еще. Я поведаю тебе твою судьбу, если ты принесешь мне 3 монеты из своего следующего приключения. Больше никому не нужны в этом мире кармы. Найти монеты на закрытой парковке коллег. Так как то попасть к этим коллегам? Блин, у них там вообще кэша моего дофига. Они там вообще на нем живут. Что такое? Байкерш. Механикс, фантастический инженер, да. Я. Так, ну закрытая парковка, она... Это что такое? Ну подожди-ка, ты что, тоже с такой страшной оружием нет шансов? О, блин, он еще и оружие на экран выводит. Вообще печально. Точно ничего нет, да? Ну вот парковка же, да? Ну вот паркинг. Ну, бля, пустите меня, а, там... Ладно, пойдем, короче, притрем. О, тут... Что? Информация. Выполнена, награда получена. Не, ну... Не, этот скан офигенный, кстати. А может он работает возле... Возле каких-то мест, нет? Сустам, погодите, я понял. Вот тут ничего. Блять. Как сложно-то. Ладно, Рустамчик, иди сюда, братишка. Я так тут 20 минут по городу уже бегаю. Копы-преступники, элементы одной экосистемы. Чем меня, кстати, в бар пустят, нет? Морчун. В чем дело, можешь сказать что-нибудь? Нет, спасибо. Так, Рустам. Ух ты, блин. Ты сверху красивее. За этой маской ты прячешь уродливую морду или что-то похуже? Поржать. Пожать плечами, ладно. Drink it. Пожать плечами, типа оценил шутку. Это этот вид должен впечатлить меня? Я знаю, что ты хочешь, точнее кого? Колдуна. Называть себя технарем? Думаю, ты называешь его своей следующей жертвой. Он зависает с местной бандой под названием Калеки. Они заставляют людей исчезать. Последнее, что я слышал, они спрятали его на подземной закрытой парковке. Если хочешь заработать немного кармы, там же ты найдешь парочку особо опасных преступников. За голову каждого назначена хорошая цена. Награды. Так ты хочешь достать этих парней из закрытой парковки для меня? Да. Ну хорошо, я получу карму в награду от моих приятелей в полиции и поделюсь с тобой. Могу передать ее прямо отсюда, так что тебе не надо будет встречаться со мной, а мне с тобой. Давай двигай, пусть это останется между нами, болтуны нам не нужны. Че, блядь, за череп, доберитесь до закрытой парковки. Я понял.
Окей. Я тут еще хотел... Привет, я тебя раньше не видел, я бы запомнил, вот эта маска. Мы с тобой разговаривали в прошлый раз. Ты чё? Ты чё? Кивнуть, да, да, мы с тобой болтали. Да, да, мне нужна карма, окей. Кивнуть, я согласен, все. Блин, мы же тут были. Это подстава. Все собрали, да? Шо. Так, тупик. Ладно, погнали сразу на парковку. Где тут монеты можно найти? На крыше, скорее всего, но я там уже был, так что... Похер. Не вспомни, как тут драться. Ух ты, а ты что тут пришел? Калеки. Хорошее название. Крипснест. Гнездо калек. Мы преследуем колдуна, придурка, что покопался у тебя в мозгах. Он знатно обгадился, если в мозгах. Если надеяться, что коллеги его защитят. Мы на территории коллег, так что будь осторожнее. Не стоит их недооценивать. Коллеги, конечно, болваны, но кровожадные. Коллеги — банда чокнутых третьих детей. Они прячутся в правительство под землей. Их лидер Нерв, известный псих, держит банду, используя устрашение и нездоровую отцовскую любовь. Колтун у них всегда рядом, он коллег — последняя опора, так что без боя они его не отдадут. Эти парни тебе прикончат, глаза не успеешь моргнуть, так что поаккуратнее там. Дружок, взять их. В смысле, команда была мне, что ли? Вот там босс какой-то. А, так, колдун. Неосмотрительный хакер, амбициозный трус, чё? Чё? Найти его, найду, сейчас, будь. Куда бежать, что делать? Блять, что за херня? Так, это что этот мне, блин, в первой миссии мозги выносил насчет босса? Чё, чё это, коллега? Живее, чувак, прыгай. What the fuck? Ничего не понял. Так, это тут... Опа, карма, что ли? Ловушка. Любопытное устройство, а? Коллеги могут что угодно протереть ловушку. Мусорные баки, ржавые трубы, ксероксы, дохлые крысы, петарды, миленько. А что такое? Это энергия, да? Но мне энергия не нужна. Я вообще бегу. Я вообще туда бегу. Ты брутально его открыл. Да, лучше винтовка, не люблю дробовики. Эти коллеги реально поехавшие, говорят, они сюда притаскивают копов и мучают их до смерти, просто по фану. Вау, прикольно уже. Мне нравится это место определенно, такая парковка-то большая, кстати. Господи, какие длинные коридоры-то, блин. Идите монеты на закрытой парковке. О, это даже хорошо. Карма. Ты получил немного кармы, собирая, чтобы увеличить уровень. Как-то неправильно обучение строить, конечно, ребят. Ну, ладно. Ух ты, блядь. Так, как тут что делать? А, я понял. То есть это все? Все, шмальнуло 12, это нормально. Драка будет, не? Судя по всему, еще будет драка. Наверное. Или... А, просто все. Ладно. О, фиолетовая волына. Это Fortnite. Че я взял, я не знаю. Дробовик. Ладно, дробовик. Вообще, блин, непонятно, какая пушка хорошая, какая нет. Просто куча волын. Вау. Ловушка. Ты серьезно ошибся, чувак, это территория коллег, ты знаешь, что мы делаем с лохами вроде тебя. Ага.
Мы стачим эту маску с твоей рожей, кожу с тебя живьем, стерем вперед, бамер. Психованные, неумные, вооруженные, слабо атакуют стаями. Самый говорливый игрок сразу же. О, женская озвучка, мне нравится. О, блин. В смысле, с этой тачки. Ладно. Не, я тут еще монетки не нашел. Подожди, какой уровень? Где колдун? Нет, стопай. Я там, кстати, направо не ходил вначале. Я это помню. Назад выйти можно, да? Можно, ешь. Так. Перегрев. Здесь я пушку выкинул. Ну тут же ты знал, что это, блин, правильная дорога. О, вниз, чё? Вниз, да. Тут все закрыто. Почему? Так, ладно. Это все, что ли? В натуре тупик? Блин. Это левел дизайн божественный. Что тут с тобой можно сделать? Что тебя можно там скрыть? А, ну это походу была энергия, да, переносная. Окей. Давай, ты быстро умеешь, я знаю. Давай, братишка. А там. Ультра. Хлёв, да. Братин, сорян. О, вот это я хорошо. Блин, тут колонна, ты здорова. Серьезно, тут каждую арену свой рейтинг? Забавно. Я все равно не хочу в ближнем бою драться в играх, где есть дальний бой, поэтому труба это такое на любителя. Где прокачусь толку? Где прокачка-то? А, одно очко способно. Сти доступно. А, блин, даже не знаю, блин, мне ни одна способность-то не нравится. Только. Ну, отражающий щит такое. Способность закрыть. Да, это что у нас, напомните, энергетическая возможность от меньшего урона во время рывка. О, шикарно. Нормально. Миссия. Так, понятно. Короче, где-то еще две монеты валяются. Блин. Блин, подожди быстрее. Братишка, там бегут уже, давай. Какая-то винтовка, окей, наверное, крутая. Ой, порвало. Братишка, нас. Так, ладно, у меня есть труба, все-таки я могу кого-то и убить, наверное. Ну, кольт, поедем, да. Так, моя волна поинтереснее. Напоминает, это реально сейчас киберпанк с видом сверху. Вау, как брутально пиво.
Я у мамки доминатор. За что я вам деньги плачу? Остановите его. Ладно. Тут рота коллег пыталась меня остановить. Похоже, колдун в порядке. Ходит он так же плохо, как одевается. В подвале тупик, можешь прижать его там. Взять. Да, он мне, наверное, приказывает. О, хера. Колдуна. Бля, то один мне тут киллбосс, то, блин, это поймай колдуна. Что, нам приносит, что ли? Чё, охерел, что ли? Оп, тут петух, петух, ппшка. На. Ну ладно, здесь это кобра. О, деньги. Вообще не знаю, зачем я их собираю, и ладно, на них типа прокачиваешься, окей. Хотя вроде сказали, что типа денег. Все тут сломать надо, само оно открываться, видно, не научилось. Блять. Ладно. Больно, блин. Тут, блин, чаще со щитом ходить. Блять, это такие резкие. Ну да изи. Вообще изи. Что? Что это за, что это значит за значок? Вроде значок денег. Краев карты. Ой, дружок, ты устроил такой сюда, что пришлось включать молотилку для переработки оружия. Может, это за тебя, это тебе дадут карму или сладко. Что, простите? Летающий магазин с пушками. Что за туре? Гениально, Карл, гениально. Летающая мясорубка для пушек. Где еще монетка? Монетка, монетка. Бля, я не то зашел. Там. Мне... Ааа, блин, откройтесь. Бля, я думал, что это... Блядь, там монетка, наверное, осталась. Нано 7. Соблина. И теперь мама ниндзя. Сюда иди. На, раскромсала. Ой, жалко. Ой, как жалко. Ой, да что ж такое, ребят. Ну аккуратнее, можно убить. Опа, разрезано. Потрачено. Пустите задние. Да. Да, я такой. Да, молотилка. Опустите там, блядь, дверь. Сука. Ладно. Так, кстати, что я теперь буду со своим оружием бегать? Зачем мне... Зачем мне другое, когда тут деньги? Вот тут еще он сверху отдает. Ладно, так, так. Вот это половина. Лазмакстат. Ну, хоп,
Пашечка. Я бы взял, но ты не фиолетовый, поэтому я не беру. Слом, слом, слом. Ты, блин, что за заморожающая волна? Ну, враги, враги, у меня комбо идет, комбо падает. Блин, как долго из-под тачек вылазит. Что за херня? О, блин, что такое? Блин. Юра, сидеть, песика, теперь лежать. Вот что. Юра, да? Юра. Юра, что ж ты такой, да? Фига, блядь, ты жаркий парень. С Близнего Востока, что ли? Ай, да ебту, блин. Пишу, пишу, пишу. Блин, ну вроде-то не справляется. Хиль, что ли, летит или что? О, по-моему, там энергия подъехала. Да, шикарно. Так, у меня что-нибудь посильнее, блин. Понятно, ничего такого. Ладно, я сейчас какую-нибудь пушку-то сеть взял. Где молотилка нам так нужна? Ладно, тебе тут взял. Подарок на подходе. Подарок на подходе! У-ху! Санта, 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 скинь мне елочку. Это вовремя, я, конечно, пушку скинул. Спасибо. Прям эта игра загружает мне информацию в мозг, чтобы вот, чтобы перегрузить его. Новая способность. А давай перерабатывай все, что тут есть. ХП перерабатывай тоже. О, шикарно. ХПшечку, она все перерабатывает. Так, у меня 3 очка. Лучше, чем одно, определенно. Так, преобразователь матрицы. Установить 5 очков здоровья в секунду за счет энергии. Спасибо. Вот такое себе. Что за сброс припасов? Оглушает врагов в радиусе. Не. Замедли время, чтобы улучшить свою реакцию, восприятие. Это есть интересная способность. Что-то один мусор какой-то. Я, конечно, придирчивый еще ублюдок, но... Стоимость поддержания. Все? Два, типа, 2 очка стоит. Ну, ладно. Все. Нано. Фиолетовая нано. Нанах. Оп, ящик. Блин, я монету просрал, гады. Я вам опять это припомню. Оп, 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 эй. Вот это что такое, это монетка? Что-то там есть. Я сейчас туда приду. Все заберу. Да, блять! Блять, выпустите меня, сука. Что? Что такое? Что за херня? Пушка. Блять. Да, меня щит спас, или я просто фартовый по жизни. Что ли, блять, а где еще 2 монеты? Я тут на перфект прохождение собирался. Горящая дыра коллег. Самый дебри этой психушки, взрывающиеся коллеги, это полный торт. В натуре? Ох ты, блин. Надо, блять, одеть красные очки, чтобы в стиль подпадать. О, мое. Блять, нормально так. Ты волн, блядь, только не подожди. А что такое? Огнемет. Ты более. Killer combo. Сожмем это комбо сложно не сделать, правда? А что комбо сбросилось? В смысле? Я тут красиво добивал. Сейчас страшная волна смерти, я лучше только так.
Метатель гранат. В этой игре можно еще гранаты кидать. Ну, или... Дай. What? Блять, эти ловушки это подстав. Еще. А. Все, теперь опрошалены. Ага. Где моя нормальная пушка? Нахера мне огнемет? Так, 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 где способности? Чё там? Наносит урон врагам в радиусе. Нафига мне это надо? А чё такое? Использую обычную дебейзу. О, вот это, блять, подъехал. Недостаточно очков. А, нет, блять, рывок, блять, не знаю, рывок нужен, не нужен. Щит, блять, щит тоже нужен. Ну, фигня, отъехала, всё, давай. Оп. Ладно, два раз. Все, пойду. Что? Вот пассивки это нормальная тема. Не загружает мозг. Так. Тяжелая голова. Не, мне фиолетовый больше нравится. Как тут время замедлять-то? Дайте мне. Я зря попросил. У нас гости. Опять ты, я видел твой мозг. Маленький жалкий взломать проще простого. Тебе бы защиту обновить. Но какая разница, у тебя нет выхода. В тупике даже не понимаешь, что это просто собака на поводке, которая носит своим хвостом. Убить толпу луна. Оп, зажарен. Запечен до румяной корочки. Блин, ты что за... Блин, это странный огонь тут, конечно. Давайте комбо. Среди их семи. Шо. Да тут вообще офигенно с комбами, да, вообще. Блин, это гениально. Мне прям нравится на это смотреть. Давай. Плати мне за то, что я херенный. И ствол не забудь. А компот. Вот. Господи, я не смог. Пикер. Ты, блядь, что такое, блядь, из кустов убежала? Тишка, да. Топло, понимал. Блядь, я на такое дерьмо не ведусь. Аккуратно. Нифига, не во время телепортации меня достают. Да нет. Так, нахер ноги, блядь. S+. Сука, я играл в Наруто Шторм, я знаю, что такое S+. Хорошо. Так, аккуратно.
Опа, опа, там что-то с ресурсами связано. Получаем себе больше при... А, да, хорошая способность. Очень прочность холодного оружия. Блин, надо прокачиваться на пассивочке. Да, блядь, не... Это что такое? Не, мне это не надо. Щит такой тоже на раз-два. Так, что так дорого-то? Что так дорого-то? А, вот, да, во время рывка я тут, типа, становлюсь защищен. Блин, щитом. Ай, такое себе. Оставим-ка так. Ладно, я потом до мирной зоны дойду. Что такое? А, понятно. Так, о, оружейные. Ой, блин. О, для даунов. Хера, золотой огнемет. Мама, у меня золотой огнемет. А, я думал, что сюда идти надо, это все. Блин, ну он так носит, господи, блять. Как ты его носишь? Так, стоп, я ж тут был. Братишка, у меня золотая балуна. Такие, блядь, резкие. Ну ладно, я, в принципе, с огнеметом бегаю, это не мудрено. Кто еще, подходим, подходим. Подарок подходит, там подарок. Ой, блядь. А, фиолетовый подарок. Нет, кошку я взял? Нет, взял. Спасибо, я его потом разберу. Да, зачем убивать скотаны, когда можно с ноги распределить его по стеночке? Так, дали, дали, дали. О, он еще покатывает, когда добивает. Ничего себе. В натуре? А я подбегал постоянно. О, еще подарок. Еще деньги, деньги, да, деньги. Я схватил деньги, все нормально. Еще деньги, деньги. А что закрыли? Что закрыли-то? Ты что за черт? Донвиус. Еще не выскать ко смерти, еще чего начнем отрезать ему сухобыли или как. Или его самодовольную башку. Блин, ну ребят, там что-то было интересное. Ящик. Блять, что ты делаешь? Ты черт-то, ты, блядь, полегче. Еще и со щитом. Ты, блять, полегче, парень. Мне вообще кончится. Мне тут подкатили дробовик недорого. Знаете, тебе испытаю. Блять, еще гранаты. Что за волына, хищник штурмовает, что там. Вот он мой любимый агрегат в этой игре. Я богатым сейчас буду. А, это пиломет. Еще. Бля, не, катану поинтереснее. Даже без вопросов. Блин, ну там что-то было. Что-то у меня так под... Блин, вот ненавижу, когда в играх, блядь, не говорят те основной путь, а где, блин, дополнительный. Из этого приходится потом перепроходить все с чеков, а если еще чекпоинты галимы, это вообще печально. Так, что у вас? Что у нас? Что у нас есть? База данных потом полистаем. Способности. 2 очка. 2 вставила. Шо, пошло. Что такое щитки? Размещается сонарное поле. Не. Барьер индивидуально поинтереснее. Я что-то все продаст сам. Блять, я думал, сука, сейчас меня... Блять, я забыл тут ловушки, найдите монеты. А, это тайник. Хоть я только об этом говорил. Котики. А это вот эти котики, типа... Что за то, что я нашел? Сухое пушка. Что это такое? Нет.
Блин, я не знаю, не пил поинтереснее. Где распиливать, это вообще весело. Ничего личного, просто игровой момент. Просто в игре так можно все. Я уже забыл, как ящики откроют. Еще один огнемет. Блин, ну он золотой. Я люблю золотые вещи. Особенно в играх где-то легендар. Господи, мои глаза не вытекают медленно. Я так пафосно с огнеметом жжух выехал. Вот на смерть там, да, я как бы согласен, там херня произошла. Как бывает, нерв. Нерв, главный среди коллег пообещал защитить колдуна, а он слово держит. А, ну да, кстати, главарь. Ладно, сейчас я тебя отпидурю. С огнеметом не зря прошел через парковку. Тут люди, бедные купы, блин. Подарок на подходе. Ну давай, давай, что у тебя там? Где подарок? Блять, эти гранаты, летящие в тебя, блять. Скотно, так, мне не нонда, это тоже не нонда. Блин. Эй, вы должны меня защитить вообще-то. Че, что он как бы звучки нет? Он все еще у меня на хвосте, сделайте что-нибудь. Вот это у тебя куртка пуховик, блять. Рекламируешь Мишлен по вечерам? Наконец-то нарисовался. Стильный. Не облажайся, нерв, отрабатывай жалование. Ты широкий из этой куртки, чувак. Мы здесь внизу свое слово держим, а этот задрот у нас под защитой. Хочешь его получить, сперва разберись со мной. С этой платформы сойдет только один из нас, так кто боец. Хрустнуть кулаками. Нет, я пафосно кину. Что-то узкая тропинка. Можно как-то поширше зону. Так уже лучше, спасибо. Ты думал, ты будешь подписнять коридор. Мужичку. Херан, ну больше меня, блин. Я вроде как 40-летний мужик. Бей не ровно. Вот это горький пол этой игры. Вот такой. Вот так просто, просто нет шансов. О, парень, ты чё? Парень, ты же какой-то бомж, бандит. Откуда у тебя напал? Чё, в Вьетнам прошел? Я в этой игре вообще был в Вьетнам. Да блин, тут что-то грязко-то. Там пушку подогнали, халява, халява, все, схватили, потом переработаем. Че, блин, фиолетовый пух принес, взяла, это обычная пушка. Не было даже в подарках. Подарок на подходе. Давай бы. Что такое? А, я энергию привез. Блин, тебе энергию подводит, так и нет. Как это выглядит? Парень. Я тебя жарю. Мужик жарит мужика качественно, а я... Блин. Мне он привозит салфетки постоянно. Что такое? Что произошло? Я его убил? А, он умер. Еее! Че, его добить можно, типа? Арч. Не, вот значит, какой вкус у поражения. Салютую тебе, боец, ты сегодня победил, победитель забирает все, делай с ним что хочешь. Он все равно был как шило в заднице. И меч отдаешь? И мозг прям как из абсолюра. Ну, я хотел себе крутой меч, спасибо. Это лучше трубы наверняка. Блять, нравится нос в этой маске, он такой возбуждающий. S+, ну, само собой, блядь, за рулем профессионал. Нерва больше нет, когда он остался без защиты. Ямаха. Левел ап. Найти колдуна. Блядь, ну идем, а чем ты так быстро ходишь, как ты, блядь, можешь? Блядь, кстати, 8 боссов, всего 8. Найти монеты на закрытой парковке. Бля, я знаю, я там одни ворота. Бля, куда идти-то? Наверх, наверное.
судя по красному свечению, выжигающему глаза. Да, что на полу парковки написано смерть, нормально. Да здравствует новый босс. Да, ребята, я ваш босс. Босс-коллег, блядь, мечтал. Бери это от всех нас. Ой, как меня распидорило. А что это такое? Это очки же, правильно? Эти способности или гранаты? Могли их просто как-то жетончиками обозначить, чем рисовать трехмерную модельку. Так, губитель. Губитель? Это мой типа основной пистолет, наверное. А, похер, так. Что тут у нас? Время атаки рывка носится увеличенный урон в зависимости от длительности. Нет, все херня. Не, мне типа способности нафиг не сдались. Может, что-то из этого, конечно, урон с припасов. Транспортный дрон с оружием. Ну вот дрончик, которого можно вызывать вроде как бесплатно, он тебе будет скидывать оружие, которое ты потом будешь перерабатывать в опыт. Хорошо. Еще два очка. Ой, бля, куда же тебе включить-то? Вот эти что такое очки. Вот один заряд. Где колдун? Иди сюда. Я избранный, я тебя сейчас найду, да. Не подходи, ублюдок. Отстань от меня. Чтобы поговорить. Убивай меня, я этого не делал, ладно? Это я тебя хакнул, но они меня заставили. И босс, это не я, это... Только не бей его, чувак. Этот хмырь взломал твой мозг, он снова... Снова это сделает, если мы его не остановим. Подключи меня, покажи ему, как его, когда у тебя мозги отгреются. Вот. Готово, прости, прощай, колдун. Посмотрим, что тут у нас. Линза упала, погоди. Есть. Еще. Если данные в жалких мозгах клубного верны, мы можем найти твоего брата. Но сперва я хочу их проверить, прежде чем мы вернемся за дело. Как говорится, тишидишь, дальше будешь. Верно. Поднимайся наверх, я с тобой свяжусь. Уровень выпал. Блять, тут за каждый проход левелап. Южный рангок. Там, блядь, после того, как это дерьмо. А, ну, описание зоны. Зашел, вышел. Коллега, думаешь, это все? Думаешь, мы тебя после этого это просто так отпустим? Мы кое-что для тебя сделали. Кивнуть. Вот, держи в натуре. Ой, как это, блядь, мило. Особенно того парня, которого я убил. Я на них всех убил. А, так я еще посередине сижу. Ё-моё. Теперь ты один из нас. Никогда не забывай об этом. Теперь мы будем прикрывать твою спину. Блядь. Она. Слушай, я хакнула мозги колдуна. Угадай, что я нашла? Сигнал чипа твоего брата. Это же прекрасно. Ты же понимаешь, что это значит? Нет. Да, это значит, мы можем его найти, болван. Мы можем найти твоего брата. Все, что нам нужно, идти на сигнал. Нужно только понять, как его отследить. Механик Стас, тебе ID-трекер. Поставь его, мы вернем твоего брата. Alright, погнали. Нет, не погнали. На этом все, выпуск завершен. Дальше будем искать уже ID-трекер, приближаться к поиску брата. Заскакивайте на продолжение. Обязательно закончу, постараюсь как можно плотнее пройти. Но тут социальный элемент был большой, поэтому ну что поделать. Пройдем, пробежимся. Заскакивайте, подписывайтесь. Павел Слонов, алоха, всем покеда.